Итак, всем привет, с вами DubGuy. А если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить и другие выпуски из нашей палаты. А мы начинаем играть за Германию? Нет, мы начинаем играть за Франкию, но не сразу. Чтобы стать Франкией, нам нужно начать гражданскую войну, затем сесть за Баварию, и там уже у нас будут происходить события. Так что давайте выйдем на этот путь. И я закончил распределять всякую промышленность, строить мы будем именно в Баварии, потому что потом на нее пересядем. Тут по промышленности это все понятно, дивизии все переделываем в нормальные, потому что нам еще надо будет выиграть гражданскую войну, которая у нас вскоре будет так, что все едут в Германию дивизии и все начинают там тренироваться. Ну вот начинается черный понедельник, давайте-ка начнутся у нас фокусы, надо будет открыть. Так, с банками надо ничего не предпринимать. Дальше. Так, нужно, чтобы завершилась неделя. В теории мы успеем, если не успеем, то возьмем какой-нибудь еще фокус. Завершилось, отлично. Нужно начать этот фокус, чтобы ивенты начали происходить. Так, тут у нас Союз свободных рабочих Германии, конечно же, запретим. И Геринг, ну, хочет в Мидель-Африку, пускай едет. Кубань просит помощи. Что за Кубань? К сожалению, помощи у нас нет. Там Гейдрих рассказывает про земли для евреев. Как бы ничего же точно не может быть там не так, верно? Абсолютно. Этому парню точно можно доверить еврейское местечко. Абсолютно точно. Эмир просит оружие. В принципе, почему бы нет? Антанту это может ослабить, вообще вряд ли, но хотя бы как-то, почему нет? Молодежный террор, какой ужас. Итак, колонии. Ну, надо однозначно дать им все ресурсы, что они хотят. Точно же из этого ничего плохого не может случиться. И можно уже делать другие фокусы. Нам все еще желательно бы избавиться от дебафов этого черного понедельника. Минимум потому, что у нас производство полностью на ноль перейдет, если мы в гражданку войдем. А нам надо в гражданке хотя бы какое-то снаряжение производить, чтобы, ну, собственно говоря, эту гражданку выиграть. Так, сельхозхозяйственный кризис. Мы должны, конечно же, защищать... Слушайте. Вообще, вроде как, это ни на что не влияет, поэтому давайте возьмем политику. Все равно мы не будем сидеть на Германии. И беспорядки начинаются. Так, приближающееся банкротство. Давайте держать... По-моему, это тоже не влияет, и поэтому давайте сохраним политику. Так, дело Кеньята и Зульфа, что худшего может случиться. Массовые беспорядки. Мы можем отправить армию, либо начать переговоры с рабочими. Давайте попробуем начать переговоры. И можно подавить, но я думаю, мы давайте полное соглашение на некоторое время ТНП себе получим, все равно нам мы сейчас ничего не строим, так или иначе. Фабрика возвращается к работе, отлично. Белортония хочет побольше самоуправления, да без проблем. Так, нефтяное месторождение, окей. Можем объявить войну сразу французской коммуне, но нет. А вот и еще один ивентик, который нужен был нам, чтобы начать гражданку, помогать компаниям, и нет, жертвы должны быть принесены. Нефтяное соглашение, да, допустим, все-таки там будет нефть, почему бы нет. Честно, столовые, надо, конечно же, затянуть пояса. Спасти банки? Ну, нет, нет, зачем? Банки начинают рушиться? Господи, как это могло случиться? Ну, удачи им. Греция захватывает вложения германские. Обязательно накладываем санкции. Экспроприации. Нет, мы не какие-то синдикомуняки, однозначно. И суфражистки активировали свою деятельность. Ну нет, мы не можем терять политику. Коста-Рика хочет помощь. Ладно, держите. Мы тем временем тех исследуем. И самое главное, по-моему, все вот эти исследования перенесутся ровно так же на другие страны. Это очень хорошо. Тогда я не потеряю никакие исследования. Экономика в руинах. В конце концов, это просто решится само собой. Ну... Как так? Как это могло получиться? Ну, все точно будет хорошо, верно? Масса безработных выходит на улицы. Ну, какая-то прогулка, да, видимо, организованная. Тонущий корабль, блин, главное, чтобы не наш, верно? Бегство балтийских немцев. Там что-то странное случилось. Ну, допустим. И здесь мы уже приближаемся к завершению централизации. Потому что пока мы не сделаем это, мы не сможем взять вот это, как бы, и... Смысл делать один из этих фокусов, как бы без вот этого нету. Так что доходим до сюда, потом идем сюда, потом идем как раз таки здесь что-нибудь возьмем. Скорее всего левые, потому что они дают больше всего именно фабрик, инфраструктуры.
по сумме в итоге по стоимости это больше, чем справа. И все равно мы как бы с этой Германии уйдем. И возьмем вот это. Ну, скорее всего, до последнего фокуса мы, может, и не доберемся. Массовые беспорядки. А, ну, не в Германии же, да? Объединенный фронт. О, объединенный фронт это хорошо. Мы же объединенные, верно? Центр не может удержаться. Красное утро почти добралось до порога Германии. Красное утро. Что? Мы в Японии? Открытое восстание. Майнгат. Кто восстал? Рабочие, неужели? Как это могло случиться? А вот взяло и случилось. Давайте теперь делаем сразу фронт. Объявить войну. Давайте-ка сразу не будем принимать, сколько у нас 13 дней есть. Как все ребята станут на позиции. Мы реформировали нашу армию. Сделали, в принципе, классический шаблон досадка. Ничего лишнего, излишнего. Пускай пополняются, новых мы не сможем делать. И вот о чем я говорил. Объем заводского производства минус 145%. Стабильность душит дух от гражданской войны, душит дух от понедельника. Поэтому нам нужно добить вот сюда и потом уже пойти вот сюда. Как бы этим мы сейчас всем будем заниматься. Но пускай только сначала дивизии добегут. Я даже успею. Так, Бельгийская революция. Мы не можем ничего с этим сделать, да. У нас там еще появилось решение, требует исключения Бельгии из Совета концессии. Это, конечно, интересно, но это стоит 120, точнее 125 политики, а у нас всего 125. Я бы не хотел это делать. Так что с этим мы не будем ничего особо делать. Тратим все последние дни на 100% подготовку армии. Так, Орлонский договор. А, да. И надо дополнительные какие-то дни фокусов, как бы. Что нет, у нас еще здесь 3 дня. Ну вот, чуть-чуть до сотки бы, чтобы все обучились, было бы шикарно. Немножко получилось не так, а у меня некоторые ребята все еще на гарнизоне были, ну ладно. Все обученные, все сейчас займут позиции, начнут планирование. Кстати, где-то мы можем уже, в принципе, наступать. Отлично. А аргентинская, да, нужна верность. Авиация у нас здесь немножко успела потренироваться. Отправляем ее всю на юг, будем с юга на север наступать. И здесь потихоньку сейчас под прикрытием авиации, я думаю, достаточно быстро мы сможем с гражданской войной разобраться. Коста-Рика запрашивает гарнизон. А, ну давайте. Проблема с поставками пшеницы произошло. Минус 5 ТНП. Это неприятно, но что поделать. Зато война стимулирует экономику, плюс 20 стабильности. Чуть кэшбэкнули мы. Все еще, конечно, объем у нас нулевой. Туда, кстати говоря, прибыли добровольцы от коммуны, от Британского Союза. Даже от Российской Республики, которая стала синдикалистами. Чертов удар в спину, но что поделать. Порядок возвращается в Бирму, хотят они гарантии. Ну, это дает нам политику, поэтому, конечно же, даем. Централизация завершена, можем начать ТНП наше возвращать. И самое главное, возвращать объем производства. И вот шажок со шажком мы выгоняем красных из нашей страны. На юге уже, в принципе, почти что полностью здесь до Рейна мы их допушили. Здесь потихоньку еще пушим. Здесь тоже от Гамбурга мы пересекли вот эту речку. Не очень уверен, что это за речка. Тем не менее. Тем не менее, потихоньку зажимаем, зажимаем. Скоро победим, я думаю. У нас командующий один умер, и у нас другой стал. Кстати говоря, командующий появился на атаку. Вместо этого, подождите-ка. Нет, командующих просто пропали. Здесь вот написано было, что станет, но он просто пропал. Либо он был и там. Я, может, не так прочитал. В любом случае, нам сейчас надо сюда поставить командующего за политку. Ну и остаются уже финальные чисто бои. Тут очень мало войск осталось, мы очень много ликвидировали. Конечно, потери у нас тоже есть, по снаряжению потери есть. Ну, что поделать. Кстати, даже не знаю, мы не сильно успеем как-то восстановиться черного понедельника. Объем все еще будет очень низким. Но, может быть, хотя бы что-то мы начнем уже производить потихоньку. Так, у нас тут выборы идут, но нам не нужны изменения, очевидно. И по техам тут какие-то, наверное, самолеты будут исследовать, но в целом мы уже близки к тому, чтобы пересесть. Там уже надо будет смотреть от нашей новой этой ситуации. А я так понимаю, так кого мы хотим себе? Авторитарные демократы, либо социал-консерваторы? Но факт в том, что особо вообще без разницы, но здесь мы получим минус 5 ТНП, и там какие-то бафы. Давайте, в принципе, почему бы нет. И начинается там гражданская война в Америке, в принципе. Ничего нового, мы с ними в этом чем-то похожи. Наверное, есть смысл наши войска немножко перегруппировать для финального рывка и потом начать атаку. Вот так вот мы душим их максимально.
Ну и вроде кое-как задушиваем на самом деле. Да, по ощущениям мы все-таки смогли здесь пробиться. Это буквально кёльн, просто последний штурм. Все войска, все защищают столицу у них. Но так или иначе... Так, да, требуем соблюдения. Так или иначе они проиграют. Дания хочет экономическую сделку? Да. Кстати, можно сюда прям всю авиацию нашу назначить, наверное, было бы полезно. Я заново начал атаку, чтобы у меня все войска были одновременно в бою. А то у меня там как-то они плохо восстанавливаются. Плохо заходят, точнее, в бой. И вот, ну, забираем весь флот, забираем все земли. Причем флот, кстати говоря, я забрал еще и у Остазии. Чтобы потом у Германии здесь был остазианский флот. И Франкия потом его смогла, возможно, получить. А кто это такой? Да, должен быть в поле нашего зрения. И мы почти закончили, но факт в том, что скоро начнется еще один мем в Германии. Давайте сразу вот сюда, наверное, пойдем. У нас, кстати говоря, теперь есть такой долг кровоточащая Германия, куча дебафов, стабильность теле минус 3. Что-то наверняка скоро пойдет не так. Там Болгарию поддержать, да, поддержим. Но самого главного винта пока не приходит, но скоро же должен прийти. Людендорф скончался, но это не тот ивент, которого я ждал. Испанская гражданская война тоже начинается. А вот оно. Вот кто локализировал этот ивент, это просто 10 из 10. Вильгельм II покончил с собой, а вот Лашпедус. Тут как бы даже прокомментировать особо нету, что как бы, ну да, реально Лашпедус. Теперь у нас вот этот мужчина правит, да. Но мы продолжаем делать эти фокусы, может еще успеем фабрики, инфраструктуру все делать, может вообще и завершить реформу, но вот это вряд ли уже. Коронация Вильгельма произошла, но он-то точно спасет нашу страну, верно? Спасет же? Там, кстати, какой-то замес произошел в Италии, там какая-то Венеция, Итальянская республика, Австрия нападает, туда-сюда, какие-то невероятные страсти происходят. А Швейцария, по-моему, отдала Франции территории. Так, какая-то книжка, не сильно интересна. Так, португальский металлоафриканский спор. Пусть отступит. Нет, но мы займемся. Наверное, вообще без разницы. Тут самое главное, вот теперь у нас что. Мы можем в какие-то страны вступить, но факт в том, что только у, в общем-то, Баварии и есть фокусы. Сколько здесь будет дней? 15 еще надо. 13. Мы не успеем эти фабрики уже получить. Так что происходит Рупрехт Баварский. Происходит мем в игре. Мы проиграли, но тут же победили, в принципе, да. И вот наша инфраструктура здесь построенная, мы здесь немножко фабрик построили, но по факту мы, конечно, очень такие себе по экономике, по ощущениям, даже нам удалили какую-то промышленность, что ли. Непонятно. Падение Германии произошло, все, конец целой эры. У нас есть мощное левое сопротивление, у нас есть воспоминания о Рейхе, но в целом у нас бедненькая страна, но зато у нас есть Рупрехт. Он точно придет нас к победе. Но я думаю, все это уже будет происходить, ребят, в следующей серии. А с вами был Дугей. Подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Или если вы хотите смотреть другие выпуски из нашей палаты. Дискорд не забывайте, лайки не забывайте, комментарии не забывайте. И до скорых встреч, всем пока.